Дорогие друзья, приветствую организаторов и участников Международной летней исторической школы Российского исторического общества для иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в российских вузах. Известен афоризм: умом Россию не понять, но убежден, что лучший способ осмыслить и прочувствовать нашу страну – это уделить время изучению ее истории. На протяжении 8 дней с вами будут работать представители ведущих гуманитарных университетов и академических институтов, сотрудники музеев и архивов. Вы сможете реализовать собственные проекты под руководством опытных наставников, побываете на познавательных экскурсиях и серьезно расширите круг профессиональных контактов. Программа школы выстроена таким образом, чтобы не только познакомить вас с основными вехами истории нашей страны, но и погрузить в изучение конкретных, интересующих вас сюжетов. Один из предложенных тематических треков посвящен имперскому периоду отечественной истории. В ноябре нам предстоит отметить 300-летие провозглашения России империей. Именно здесь, на берегах Балтики, Петр Великий заложил новый вектор развития страны, отстоял ее право участвовать в международных делах и основал новую столицу России – город Санкт-Петербург. Гений Петра и его преемников преобразил огромное геополитическое пространство, привнеся новые технологии, образование и западную культуру в самые отдаленные части Евразии. Многие страны, прежде входившие в состав Российской империи, унаследовали этот колоссальный исторический багаж, осмыслить который нам еще предстоит. Рассчитываю, что участие в Международной летней исторической школе станет для вас полезным опытом, а ближайшие дни пройдут в атмосфере оживленных дискуссий и творческого поиска. Желаю всем участникам плодотворной работы, новых успехов и всего самого доброго. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот настал этот день, которого мы все так долго ждали. Собрались здесь, в Ленинградской области, в Выборге, на самом западе России, для того, чтобы принять участие в Международной исторической школе. Те из вас, кто родился и жил, являются гражданами иностранных государств, конечно, получают уникальную возможность узнать лучше российскую историю, лучше узнать Россию. Вы приехали сюда учиться. Кто-то, живя за рубежом, интересуется Россией. Те, кто здесь учится и потом вернется к себе на родину, вы никогда уже не утратите вот этой связи с Россией, которую получаете в свои студенческие годы. И вы выучили или учите язык, вы окунаетесь в бытовую культуру, а когда вы вернетесь к себе на родину, и вас спросят, а вот, ну что Россия, какая она? Для того, чтобы ответить на этот вопрос правдиво, вам, конечно, нужно лучше представлять российскую историю. И вот здесь эти 8 дней очень интенсивных занятий с лучшими учеными, с лучшими специалистами нашей страны. Занятия, которые будут перемежаться с экскурсиями, с просмотром документальных фильмов, с разными познавательными активностями. Вот это все даст вам возможность получить много новых знаний. И, конечно, обзавестись новыми знакомствами, новыми контактами. Я напомню, у нас
здесь 150 иностранных студентов и 50 российских. Российские очень большой конкурс прошли для того, чтобы принять участие в этой школе. И я уверен, что для некоторых из вас те контакты, те знакомства, которые завяжутся здесь, будут важным подспорьем и будут сохраняться на протяжении всей вашей профессиональной карьеры. Мы приняли решение проводить школу таким образом. У вас, конечно, будут лекции, будут возможности получать новые знания в таком прямом общении с профессорами. Но очень важно для нас, чтобы вы поработали самостоятельно, чтобы вы выполнили, придумали и выполнили свои проекты. Вы будете работать по группам, в группе 10 человек. Вы знаете, что уже вы распределены по 4 трекам. И будет принято решение по 10 человек. Ваша группа по 10 человек будут соревноваться друг с другом. И победители по каждому треку выйдут в такой своего рода полуфинал. И затем организаторы школы определят двух победителей, двух финалистов. И вот этим двум командам, то есть 20 участникам школы, будет присуждена стипендия Фонда истории Отечества, которая будет выплачиваться до конца учебного года. Это, конечно, приятный бонус, но я уверен, что это не главное для вас, а главная возможность общения, получения новых знаний, участия в таком интересном и важном мероприятии, как вторая международная историческая школа. Дорогие друзья, я желаю вам успеха, желаю полезно и приятно провести время. И очень жду 22 числа, когда на подведении итогов вы поделитесь уже впечатлениями от этих 8 дней, проведенных в Выборге. Спасибо. С уверенностью, что в моем вот этом образовательном опыте, в моем образовательном бэкграунде значительно большую роль влияли вот такие, так скажем, внеучебные занятия, которые проходили сверх учебного плана основного. И важно не столько лекции и семинары, конечно, которые тоже нам предстоят здесь и сегодня, а важнее всего общение друг с другом, знакомство, дружба, потому что для молодых людей это самое главное. Самое главное, собственно, и расширить свой кругозор и увеличить свое общение. И здесь очень, на самом деле, это круто в рамках такой школы интенсивно. Вы все достаточно в замкнутом пространстве, в своих гостиницах, на наших площадках. И 50 стран собралось сейчас в этом зале. Больше 20 городов России представлены. И ясно, что у каждого из вас свой личный опыт, свои собственные представления, представления о мире, уже какие-то представления о России, представления о России в мире в том числе. И это на самом деле очень интересно. И у вас уникальная возможность обменяться опытом, поговорить, подискутировать, поспорить, может быть, найти как раз консенсус в каких-то вопросах. И в том числе сгенерировать проекты, которые для некоторых из вас, может быть, окажутся на долгие годы жизнеутверждающими и определяющими. Наши старшие коллеги, которые из Академии наук, они, например, в силу ковид-ограничений не могут принимать вживую участие, и мы видим, вынуждены подключаться через видеоконференц-связь. Вот когда я был студентом, достаточно молодым, один из академиков нам сказал, что все идеи и проекты, которые этот академик потом реализовывал всю свою жизнь, у него возникли в возрасте до 30 лет. Нам тогда, мне было лет 17-18, показалось это смешно, типа странный человек, академик, говорит какие-то глупости. Но это был очень правильный тезис, как я потом понял. Действительно, все идеи креативные, всякие предложения,
по развитию каких-то проектов, каких-то направлений, они так или иначе почему-то приходят в молодом возрасте, в том самом, в котором вы все сейчас находитесь. Но в силу отсутствия опыта, достаточной квалификации, необходимых связей, ресурсов, в молодом возрасте бывает трудно их реализовать. Но эти идеи откладываются где-то в нашем багаже, и уже потом, после 30 лет, когда приходит и опыт, и появляются ресурсы, а эти идеи можно реализовать и воплотить в свою жизнь. Поэтому, дорогие участники школы, поздравляю вас с открытием, поздравляю с тем, что вы добрались, несмотря на все перипетии, трудности и сложности. Поздравляю, что так или иначе все, я так понимаю, нашли кров здесь и есть где жить. Это тоже здорово. И желаю вам творчески подружиться друг с другом, общаться, как в рамках трека, так и с другими треками тоже. И чтобы у вас появились интересные, конструктивные, прорывные идеи, появились предложения по каким-то проектам, а мы уже, коллеги Среднего, удачи и успехов на нашей международной исторической школе. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас, участников летней школы в Выборге. На протяжении длительного времени уже, в течение года, мы готовимся к проведению этих летних школ. Известно, что предыдущая школа была в Татарстане, в Елабуге. Я очень рад, что теперь в Выборге состоится третья, следующая школа, которая происходит по решению президента страны. Я думаю, что собравшиеся здесь студенты смогут услышать интересные сообщения и доклады по тем четырем темам, которые выбраны для нынешней школы. Мне кажется, что и докладчики, и участники заинтересованы в том, чтобы эта школа прошла не просто в виде докладов, а в таком, я бы сказал, режиме видеоконференции, то есть обратный должен быть отсчет. Но мы очень заинтересованы, чтобы студенты, которые участвуют, тоже смогли задавать не только вопросы, но высказывать свои мнения, то есть чтобы была такая обратная связь. В этом, собственно, смысл этих летних школ. Вы учитесь, обращаясь к студенту, вы учитесь в российских университетах. Нам очень важно, чтобы вы смогли на этих школах получить представление о состоянии научных исследований по некоторым наиболее актуальным, по нашему мнению, вопросам, чтобы мы могли использовать это в вашей учебной работе. Кроме того, я думаю, что очень важно обмен мнениями между самими студентами. Это ведь большая часть, значительная часть, очень важная часть студенчества, которая сегодня находится в российских университетах. И важно, чтобы и между собой в очном режиме вы могли все пообщаться. Я желаю всем вам успешной работы, удачного общения друг с другом и призываю вас к активному именно участию в этой школе на протяжении предстоящей недели. И я надеюсь, что все пройдет успешно. Спасибо за внимание. Я сам по образованию являюсь историком, историком искусства, и по-хорошему завидую вам, что есть такая возможность собраться в таком составе 200 человек в Выборге на 8 дней с лучшими преподавателями, лучшими профессорами и провести эти дни крайне плодотворно. Со стороны правительства Ленинградской области мы оказываем всемерную поддержку инициативе, которая была предложена Российским историческим обществом по проведению международной исторической школы. Выборг, где мы сейчас с вами находимся, является воистину замечательным городом, в том числе для тех целей, ради которых мы собрались. Упомянул Сергей Евгеньевич о том, что в этом году мы будем говорить о том, о 300-летии российской истории Российской империи. Приведу лишь один небольшой пример. С 1710 года город Выборг становится частью Российской империи. Когда Петр Великий принимает присягу горожан здесь, он говорит:
я в течение 10 лет гарантирую, что я не буду менять экономическое законодательство. Вот как жили с тем уровнем налогов, с тем и будете жить. Я дам дополнительные льготы всему бизнесу. А я прошу только присягнуть мне и новой молодой Российской империи. Если же кто-то пожелает оставить этот город, то, пожалуйста, оставляйте. Мы знаем этот факт не только из русских источников, но в том числе и из записей скандинавских хронистов, в частности датских, которые были в это время при Петре Первом. Вы знаете, 3/4 населения, то есть все фактически гражданские жители, кроме военных, которые были связаны при присяге шведскому королю, приняли решение здесь остаться. И мне кажется, это замечательный пример, показывающий, да, что такое, показывающий, что такое Российская империя. Да? Это цивилизация, которая давала и дает всем жить и развиваться так, как им комфортно. В том в Выборге сохранилось очень большое количество слоев истории. Средневековой, шведской, русской, имперской, небольшой период независимый, Выборг входил в состав независимой Финляндии, большой класс советской истории и, конечно, уже новой русской истории. Я уверен, что вы проведете все эти дни с большой пользой, и вы полюбите Выборг, как любим его мы, как любим. Вы полюбите российскую историю через призму этого древнего средневекового русского города. И я уверен, что когда, вот как сказал Константин Ильич, да, когда вы будете отвечать для себя или для своих знакомых на вопрос, что такое Россия, я думаю, что в ответе на этот вопрос будет появляться небольшой наш город на самом западе страны. Спасибо вам большое, что приехали. Еще раз приветствую вас на Ленинградской земле, на Выборгской земле и в добрый путь. Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, меня слышно и видно. К сожалению, не смогла сегодня присутствовать лично, но я очень рада приветствовать вас на нашей ленинградской земле. Земле, которая богата традициями, культурой и с богатой историей. Я представляю Всероссийское движение «Волонтеры Победы», и это большая команда неравнодушных людей, которая занимается сохранением исторической памяти. Мы представлены в каждом субъекте Российской Федерации, а также в 50 странах мира, среди которых есть и Армения, Казахстан, Молдова, Польша, Сербия, Италия, Австралия и даже Республика Конго. Наша основная задача – это рассказать об истории интересно с помощью волонтерства. Как мы это делаем? Мы общаемся с ветеранами, которые когда-то во Вторую мировую войну побеждали нацизм. Мы проводим различные исторические игры, онлайн-квесты, разные волонтерские акции. И когда вы вернетесь в свои родные страны, если вдруг вам захочется частичку русской души, частичку русской культуры и истории, обращайтесь к нашим представительствам, мы будем очень рады видеть вас в нашей команде. И желаю вам интереснейшего путешествия в мир российской истории. И я хотел бы перед своей установочной лекцией предоставить слово Першину Павлу Сергеевичу, начальнику отдела по работе с молодыми учеными нашего Федерального Министерства науки и высшего образования. Собственно, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации созданы относительно недавно, и нас очень радует и молодых, и старых ученых, и опытных ученых, что есть даже специальный отдел, который занимается вопросами вовлечения талантливой молодежи в науку и в исследовательскую деятельность. И я сейчас хотел бы дать ему пару слов и надеюсь, что мы сможем его подключить. Павел Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от лица Министерства науки и высшего образования Российской Федерации рад приветствовать всех организаторов и участников Международной исторической школы в Выборге. Изучение исторической науки является неотъемлемой частью любого образовательного процесса. Именно история, по мнению главы государства и по мнению министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова, является фундаментом для построения будущего, а также фундаментом важной наукой для сохранения исторической правды в быстро меняющемся мире, в котором мы живем. И действительно, без знания и анализа истории невозможно построение будущего, которое, несомненно, за молодым поколением, за такими, как вы.
Миноборнауки поддерживает организацию и проведение мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории. И приятно видеть столько молодых, заинтересованных людей, которые готовы к интенсивной работе в рамках исторической школы. От лица Министерства науки и высшего образования Российской Федерации желаем вам интересного времяпрепровождения, новых открытий и новых научных свершений. Успешной работы! Общение через видеоконференц-связь, конечно, здорово, но в перспективе пугает, потому что искусственный интеллект все более и более развивается, и мы можем в ближайшее время получить и уже видим примеры разных голограмм с эффектом «вроде бы человек присутствует в видеоконференц-связи, а на самом деле это его какая-то оцифрованная 3D-копия, которая может даже искусственно генерировать какие-то тексты». Это плохо. Поэтому давайте все-таки стараться общаться вживую, встречаться чаще, как принято среди людей. И надеюсь, что, может быть, на третьей, четвертой и прочих международных исторических школах, которые будет Российское историческое общество проводить, мы будем все-таки меньше делать акцент на цифровые эти истории, на трансляции в YouTube, на подключение через видеоконференц-связь, а больше за то, чтобы собираться вот так, как мы здесь собираемся. Итак, ребят, смотрите, моя задача очень специфическая. Я вроде бы, стоя здесь на сцене, должен сделать некую установочную лекцию. Но в свете этих чудесных желтых фонарей чувствую прямо, что скорее лучше бы зашел бы стендап-формат. Но, видимо, нет. Видимо, я все-таки должен про школу. Итак, вы, я знаю, некоторые обижались, что, дескать, вас отнесли не к тому треку. Но это важный момент, с которым я хотел бы сразу проговорить, потому что когда наш организационный комитет, а это и не только члены Российского исторического общества, это и представители многих ведущих университетов, в этом участвовали, как Казанский федеральный университет, например, очень активно провел и первую школу, и активно участвует в содержательном наполнении, так и РГГУ, и многие другие, и МГУ. Мы, собственно, обсуждали, как вот, собственно, сделать эту школу, чтобы она не была такой вот именно обычной стандартной школой. И первый опыт уже был в Булгаре, а потом и в Елабуге, что это все-таки школа в формате чисто уроков. Это достаточно грустно, скучно и ясно, что утомительно. Но должно быть, ну, иначе это не школа. Все-таки должны быть и лекции, должны быть и какие-то семинары. И это будет, это еще у вас будет. Вы успеете утомиться и уснуть, и выспаться даже на этих лекциях. Но это будет послезавтра. Вот так что вы можете, в принципе, достаточно интенсивно отдыхать и сегодня вечером, и завтра в Санкт-Петербурге. И главное, не засыпайте все-таки в театре, в Михайловском. А если кто-то засыпает, ну, держите кого-то старшим в группе, кто будет будить, если вы будете храпеть. Ну, значит, смотрите, мы думали, как же сделать ее поинтересней, и 8 дней от них лекции, это точно было бы скучно. И мы поняли, что надо все-таки распределить, во-первых, наших 200 участников на группы, большие такие треки мы их назвали, направления, по 50 человек. Потому что с 50 человеками, лидеры наших треков и профессора, которые будут с вами работать, еще можно работать. Потому что вот в таком режиме, конечно, я вас вижу в очках, да? Без очков даже нет. Но я ваших глаз не вижу, я не вижу ваших эмоций. И у вас, по большому счету, конечно, если делать в формате прям на 200 участников школу, то, конечно, не получится с каждым из вас поговорить, послушать ваши идеи, ваши предложения, дать вам профессиональные консультации от наших историков. Причем историки у нас не просто классические историки, как в России классические историки – это кто? Кто занимается политической историей и военной историей. Вот так сложилось, и мы об этом тоже немножко поговорим, что в России профессиональные историки вот в основном на этом специализируются, меньше на международных отношениях. Но оказывается, все-таки Россия настолько многообразна, что у нас есть и историки, которые не историки. У нас много философов,
которые занимаются историей науки и историей мысли. У нас много политологов, которые тоже понимают, что без истории невозможно. Так вот, они тоже будут с нами. И культурологи, которые в нашей стране есть, но все-таки больше с акцентом на историю культуры или на теорию культуры, то есть либо исторический аспект, либо такой философский, они тоже будут с нами на наших треках. То есть вы будете общаться не только с профессиональными историками, ну, профессиональными с точки зрения их ученых степеней и регалий, там, кандидатами-докторами исторических наук, но и с кандидатами-докторами неисторических наук. И это интересно, потому что это особый взгляд, немножко другой подход, который делает на самом деле в целом понимание истории богаче. Мы решили все-таки разделить на группы по 50 человек и каждый из этих треков дать все-таки некое общее тематическое направление. Как вы знаете, вот в первых рядах сидят люди в красных футболках. Ну, правда, даже отсюда я вижу, что некоторые в алых, а некоторые в бордовых. Но в целом тональность понятна. Так цвет красный был для этого трека выбран не случайно. Мы понимаем, что весь 20 век и до сих пор революционные изменения и трансформации происходили не только в России или во многих других странах, там, как Китай, и много стран, которые пережили разные революционные потрясения. Но в первую очередь революционные изменения происходили в сфере культуры. И они происходят до сих пор. Мы видим, как за достаточно короткий исторический период произошел вот этот взрывной рост разнообразия в сфере искусства и культуры. Не говоря уже там про знаменитого «Красного коня», не говоря уже про революционные трансформации. А традиционно цвет революции все-таки в 20 веке считался красным, таким цветом простого народа. Поэтому треку по культуре мы дали красный цвет. Это не значит, если вы подумали, что это светофор, и мы вам ставим стоп-лист и в бан, нет. Нет, наоборот, вы видите, мы специально даже посадили вас в первые ряды, потому что мы понимаем, что все многообразие человечества так или иначе охватывается культурой. Это не только искусство, как многие люди думают, не только кинематограф там, или скульптура, или архитектура. Это вообще, в принципе, все. Все, что делает человек, так или иначе имеет отношение к культуре. И вот, грубо говоря, 50 человек красного цвета – это трек «Культура», с которым будут заниматься специальные профессора, специальные ученые, ориентировать вас на создание проектов. И мы, надеюсь, услышим много интересных предложений и идей. Дальше я вижу по рядам у нас сидят люди небесно-синего цвета. Правильно? Ну, правда, что-то 50 я не вижу. Но это понятно, потому что, собственно, цвет Российской империи такой, дворянство, Богородицы православной. И это поэтому мы, понимая, что в этом году отмечается 300 лет Российской империи, и нужно понимать, что Российская империя, собственно, на самом деле вот правопреемницей, которая считает себя тоже Российской Федерацией, как и правопреемницей Советского Союза, но Российская империя создалась относительно недавно. Она появилась в 1721 году, по сути, была провозглашена Петром I. И вот мы треку по империям дали вот такой небесно-синий цвет. И на спине, кстати, вы тоже обратили внимание, если на груди у сердца у вас герб Гауган, то на спине подпись вашего условного хэштега. Поэтому, значит, это имперцы. Ну, имперцы в позитивном таком научном слове. И мы надеемся, что это не только, конечно, про Российскую империю и ее 300 лет с 1721 года, и империя, собственно, распалась в 1917 году, как вы все наверняка хорошо знаете, и не только про специфику отношений этой империи с другими, это вообще возможность подумать об империях в целом.
и о теории вопросов в том числе. Потому что историки сейчас очень хорошо понимают, что империя империи рознь. И империя не всегда бывает, и империализм – это не всегда синонимы, и не всегда близко родственные понятия. Как минимум мы понимаем, что империи бывают морские, когда метрополия находится где-то далеко, а ее колонии находятся за морями, океанами, и нужно долгое-долгое время плыть, пока ты доплывешь до своих колоний. И это особая специфика модели и управления, и отношений между политическими элитами в колониях, в метрополии, между людьми и так далее. И в том числе военной безопасности, то есть много разных нюансов. Но есть империи континентальные, когда, по сути, метрополия прямым образом инкорпорирована и собиралась вместе с другими близлежащими землями. Но бывают и империи, такие как была империя Чингисхана. Она тоже особый тип империи, особая модель, особое взаимоотношение. Не говоря уже о классической Западной Римской империи и Восточной Римской империи со столицей в Константинополе, в современном Стамбуле, Византии, которая просуществовала до XVI века. И так исторически получилось, что на протяжении многих десятилетий, даже нескольких столетий, Россия со столицей в Москве воспринимала себя как наследницей именно Восточной Римской империи, наследницей Византии, и унаследовала многие византийские символы, традиции, подходы. Но в то же время мы понимаем, глядя на современную карту Российской Федерации, что она очень приближена к границам к империи Чингисхана. И это тоже определенные есть нюансы. И занимаясь региональной историей России, мы видим, что история от империи Российской намного сложнее. И зарождалась она в те времена, когда империя Чингисхана распадалась в феодальной раздробленности и, по сути, потом пересобиралась на новых принципах с новым центром уже в Москве. Ну, короче говоря, сложная очень тема, и этой темой буду я тоже заниматься как историк военно-политической истории и международных отношений, и там будет еще наш проректор по стратегическим коммуникациям Василий Дударев, он уже здесь, уже высадился с нами. Мы будем работать достаточно плотно по разным сюжетам, еще раз не фокусируясь чисто на 300-летии Российской империи. Дальше по цвету зеленый, правильно? Зеленый. И тоже цвет не случайен. Мы понимаем, что в этом году историческое общество в свой календарь внесло важную дату, юбилей, годовщину полета первого человека в космос. В 1961 году, ну, я так понимаю, здесь все-таки математиков нет, поэтому, есть! Ну, вы тогда посчитайте, тогда какой год. Ну, в 1961 году, все-таки юбилей какой-то, Юрий Гагарин, русский человек, гражданин СССР, полетел в космос. И это было, конечно, событие мирового уровня, мирового масштаба. Это такое торжество науки и технологий. Демонстрация того, что человек – это все-таки не просто один из биологических видов, а нечто большее, что человек, по сути, выступает и создателем, и творцом многих вещей, которых природа, например, не могла до этого произвести. Но последние уже десятилетия пришло понимание, что человек все-таки не царь природы, не венец эволюции, и нужно все-таки ради даже выживания человечества развивать так технологии, чтобы они были природоподобными. То есть, по сути, мы видим, как человек, в принципе, уже научился через клонирование создавать разные биологические виды. И мы понимаем, что сейчас технологии находятся на таком уже витке развития, что человек становится подобен Богу. Человек может уже создать и человека. Собственно, ДНК изучен, лошадок, овечек, коровок
легко клонируют, и они живут на пастбищах и пасутся, и над ними проводят всякие эксперименты и опыты сейчас. Человека клонировать запрещено международными всеми конвенциями, соглашениями и всякими нормами этики и морали, но при этом мы понимаем, что технологически человечество на это способно. И человечество понимает, что если мы будем и дальше усугублять ситуацию и развивать именно такие вредные технологии, убивающие природу, то мы можем убить и всю Землю, а вместе с Землей и убить самого себя, убить само человечество. Поэтому все больше и больше набирают вот эти популярность темы зеленых технологий, природообразных. И именно поэтому ваш цвет зеленый. Мне кажется, это понятно. Это не столько про Greenpeace, сколько именно про современный подход к технологиям, к их развитию в контексте именно изучения истории, эволюции, научно-технологической мысли, начиная, можно брать из древности и на примерах XIX века, научно-технической революции, и, конечно же, опять же, акцент на XX век, когда люди уже увидели это воочию. И, как вы видите, это все переплетается в том числе и с треком по империям, как возможности консолидации ресурсов разных народов и стран для решения каких-то глобальных мощных задач, так и с треком по культуре. И мы видим, что, опять же, то же самое развитие технологий приводит к тому, что меняется и культура человека, и его жизни, и его деятельности. И, кстати говоря, если кто-то пишет это на телефоны, я вижу, вы не волнуйтесь, у нас где-то есть специально обученный супермастер Рафаэль, у него даже имя, как у великих деятелей эпохи Возрождения, он это все записывает. А если я правильно понимаю, все-таки мы не стали делать прямую трансляцию в YouTube, чтобы все-таки сделать некую сакральность получаемого нами здесь знания, но после определенного монтажа и вырезок всех моих шуточек это все будет, собственно, на сайте mij2021.gaugen.ru доступно для просмотра и для изучения. То есть не засоряйте память ваших телефонов. Вам будет чем ее замусорить сегодня еще на экскурсиях и завтра в Санкт-Петербурге, и особенно в театре. Так вот, смотрите, получается, что происходит. Вот технологии так развиваются. Сначала люди из уст в уста передавали друг другу знания. Ну, самая старейшая технология. Вот примерно то же самое, также 5000 лет назад, но без микрофона. А чисто вот так громким голосом. Собрались бы где-нибудь в пещере мы и разговаривали бы на какие-нибудь отвлеченные интересные темы. Но потом человек понял, что это опасно. Носитель информации, когда именно человек, есть риск, что кто-то этого человека убьет, или он умрет от болезни, или просто от голода, что тоже бывало очень часто в истории человечества. Но со смертью носителя информации стиралось и терялось сакральное знание. И это была большая проблема, и человечество это очень рано осознало, что либо надо тогда холить или лелеять жреца, старца, у которого большая голова и большой объем знаний, но при этом оказалось, что когнитивные способности, тогда, правда, так это не называли, тоже бывают разные, и в определенный момент вся память человека, спрятанная в его мозгах, может и обнулиться. И вроде бы он копил-копил знания, а потом чпок, и все. И это грустно. И тогда, собственно, люди поняли, что надо записывать. И вот несколько тысяч лет назад появилась письменность. Она совершенствовалась, писали на разных материалах, на камнях, на папирусах, на чем-то еще, на листьях, на коже рисовали различные записи в виде татуировок. Там писали, кто кому сколько должен, у кого какой статус. Выбивали. Сейчас мы видим, кстати говоря, что это тоже возвращается не только в криминальной культуре, но и в массовой. Люди пытаются подчеркнуть так свою индивидуальность. Так вот, письменность появилась, и дальше шла работа над носителем информации. И вот от того, когда та или иная культура, цивилизация или общество, как угодно это можно назвать, от того, на чем они писали,
и как они писали, зависела их в целом конкурентоспособность в их развитии. Дальше, собственно, мы помним эпоху, когда писали на папирусе в Египте и тоже рукой. Мы прекрасно знаем попытку египтян захватить доминирование над обществом Средиземноморья и запреты на экспорт папируса. А папирус – такой материал, который очень быстро разрушается. Египтяне думали, что если все записи, которые на папирусе у соседей, разрушатся, то они потеряют все свои законы, потеряют все свои налоговые расписки, все свои артефакты из сферы культуры и обратятся в варварство, и Египет останется единственной сверхдержавой. Но именно тогда, собственно, был изобретен пергамент. Именно тогда ученые получили этот большой вызов, что нужен срочно новый носитель информации. Но рукописание продолжалось. Рукописание продолжалось еще столетия, но уже на другом носителе, на тонкой коже, которую ели крысы, как известно. И это тоже был очень хрупкий носитель, подверженный и разрушению, и плесени. Потом появилась бумага в Китае. Но продолжали не писать на Китай, на рукописных технологиях. И произошел прыжок. То есть при появлении новых носителей информации происходит качественный рост технологий и моделей устройства общества и государства. И вот 500 лет назад в Европе изобрели книгопечатание. И научились уже не переписывать долго и нудно с ошибками от руки, а научились делать достаточно большие тиражи. И информация и знания стало доступно широким массам. И были в XVI веке страшные баталии в европейских университетах о том, что книгопечатание – это зло, и надо его запретить, потому что интеллектуальная элита теряла контроль над знанием. Но слава богу, или наоборот, к несчастью, все-таки книгопечатание распространилось, и мы видели, как те страны, которые были окраиной мира, перейдя на бумагу и на книгопечатание, совершили гиперпрыжок в своем развитии во всех сферах, и в науке, и в политике, и в военных технологиях, и в культуре. И окраина мира, которой была Европа, бедная, нищая, без золотых запасов, с очень скудными запасами даже древесины, которая была вырублена, практически с малыми запасами угля, стала доминировать в глобальном смысле и приходить в разные страны, захватывать целые континенты и устанавливать свои правила игры. И в ретроспективе сейчас, оглядываясь на 500 лет назад, мы понимаем, что если бы не бумага в сочетании с книгопечатанием, если бы не носитель информации со способом фиксации и распространения, не появлялись бы и научные журналы, и газеты, и периодика, и медиа, и ничего бы этого не было. Прыжок был 500 лет назад начат и совершен к XIX веку. И в XX веке мы видели, как европейские эти страны доминировали в глобальном смысле. Но важно понимать сейчас, что последние 30 лет происходит аналогичный процесс. Происходит и смена носителя информации, и смена способа распространения этой информации, этого знания. То есть от бумаги ясно, что мы хоть вам в блокнот там, и программки бумажные выдаем, но от бумаги человечество все больше и больше отказывается, переходя на цифровые носители. Это качественно другой подход к сохранению, к работе, с поиском, с обработкой, с анализом, с генерацией новых каких-то знаний. И тиражирование. Мы видим теперь, что рукописание вообще очень удел немногих. Писать руками все сложнее и сложнее становится. А если и пишем, то так шифруем, что и сами потом расшифровать не можем. А больше все-таки печатаем, и даже больше печатаем не всеми пальцами, а одним пальцем в смартфонах и своих разных гаджетах. Это тоже совсем другой подход. И самое удивительное, что мы теперь все меньше и меньше печатаем. Технологии вышли на такой уровень, что мы можем просто голосом отправить файл, мы можем видео записать и обращаться к этому видео. А это меняет многое. То есть, по большому счету, мы видим, что сейчас, в 21 веке, ученые уже могут и не писать long-long reads.
длинные тексты с описанием нудным, долгим своих исследований. А, соответственно, многие и... Да, ну, наука все-таки 0,5% населения занимается, но все-таки надо понимать, что если бы вот этих 0,5% населения не было, которые занимаются исследованиями и наукой, то и не было бы современной цивилизации. Это вот те самые 0,5% условной интеллектуальной элиты, которая создает как раз все то, что нас окружает. И качество жизни, и развитие, и технологии, и так далее. А все остальные все-таки при всем уважении это чаще всего производные. Вот качество вот этих 0,5% населения. Так вот, можно уже не писать длинные статьи, книжки, монографии. Можно записать ролик в YouTube о том, как проводился эксперимент с небольшими комментариями, с небольшими гиперссылками и пруфами на какие-то верифицированные источники. И это уже совсем другое. И получается, что сейчас человечество, в принципе, от текстовой цивилизации, от текстовой культуры, необходимости чтения, не говоря уже о необходимости запоминания, это мы уже знаем, зачем запоминать, когда есть Википедия, правильно ведь? Главное, чтобы был интернет. А если его не будет, вот, и не будет электричества, вот тогда прям опа-опа. Опа, что же делать? Мы примерно в Выборге так и оказались. Вчера траблы с интернетом, и не только с водой. Есть подозрение, что может и выключиться свет, и настанет конец света в локальных наших конкретных обстоятельствах. Так вот, надеемся, что конца света мы не допустим. Если что, будем генерировать электричество сами в эти 8 дней. Ну, посмотрим. Итак, смотрите, а человечество реально теперь может свою информацию аудиовизуально записывать, сохранять, распространять, тиражировать в гигантских объемах. И та мечта древних, из-за чего, собственно, вся цивилизация начиналась, о том, а как же взять у носителя информации человека, записать это все и сохранить, та сейчас уже технологически мечта реализована. Можно, в принципе, не писать, главное – говорить. Язык жеста тоже можно использовать, потому что можно видео записать, но это и глобальные вызовы. То есть объемы информации становятся все больше и больше, и умение в этой информации ориентироваться, отличать фейковую информацию от настоящей, стремиться к пониманию объективной реальности, а не субъективных каких-то игр разума и фантазий, это приобретает еще большую важность. То есть в 21 веке в таком объеме информации, когда уже почти все ученые нашли консенсус, что у нас общество знаний доминирует, у нас в смысле глобально во всем мире, что у нас эпоха уже не индустриальная, а информационная эра и так далее. Так вот в этих условиях как раз одно из главных умений – это работать с этой информацией, а это мастерство исследователей истории. Это умение понять, подлинная эта информация или это подделка. Это важно. Когда мы берем в руки любой исторический документ, в первую очередь мы должны решить, а это не фейк ли, сделанный для того, чтобы продать это где-то в антикварном магазине. И таких примеров полно было в истории, особенно в XIX веке, когда появилось много любителей древности в Европе, не только в Европе, собственно, специально подделывались документы, брались желательно те бумаги или пергаменты древности, делалась чисточка, подтирались там записи, вносились новые корректуры. Мы понимаем, для чего это делалось. Это делалось не только в интересах получения больших денег при перепродаже этих артефактов древности, но это исторически с древних пор политические элиты любили этим заниматься. И часто просили специалистов и историков что-нибудь откорректировать. Где-то аккуратненько в летописях, в аналах стереть запись о унизительном поражении какого-то предка и вписать туда, наоборот, о какой-нибудь победе. Ну, это понятно, для эмоционального благополучия, для позиционирования себя в обществе, позиционирования себя среди своих подданных, это было важно. И, к сожалению, всегда
или, может быть, и к счастью, иначе бы история не была такой интересной, находились умельцы, которые аккуратненько могли скорректировать определенные исторические записи и сделать, по сути, подделку. То есть фейк-ньюс – это не сейчас появилось. Фейки – это всегда было в истории человечества. И либо корыстные, чисто финансовые интересы, либо психологические какие-то комплексы реализовывались, либо это были инструменты политической борьбы, но подделки были всегда. И вот мы, работая с информацией, должны уметь отличить подделку от неподделки. А дальше вторая проблема – достоверности. Потому что очень много примеров, когда поддельный фальшивый документ дает абсолютно достоверную информацию. И это такая уже больше сфера не исторического знания, а скорее философского, и там формальной, и неформальной логики, но это тоже нужно понимать. Потому что действительно человек, который подделал определенный документ, он, может быть, имел достаточно хороший кругозор и доступ к другим документам и источникам, не сохранившимся. И у него было верное понимание той объективной реальности, которая была в прошлом. Но при этом все больше и больше людей любят говорить не очень образованных или образованных, но не там, где нужно бы, а говорить о том, что объективная реальность в прошлом невозможна, что история – это исключительно субъективная тема, это игры разума, это чистые интерпретации, вольные, кому как хочется и так далее, и так далее, и так далее. Но это в корне ошибочное заблуждение людей, которые не понимают инструментария исторических наук. А история действительно уже стала наукой со своей не только философией истории, но и методологией истории, и со своими инструментами работы с информацией, с источниками, с документами, с анализом в комплексе, со своими бигдаты, на самом деле уже, и это все более и более у нас распространяется, формирование мощных массивов архивных оцифрованных документов, из которых как раз открываются иногда новые грани, новые смыслы, про которые мы не знали. Но вот люди, которые отказывают истории в этой научности и в этой объективности, в принципе, значит, отказывают и следователям, например, криминального розыска. Потому что следователь криминального розыска, ведь он должен воссоздать реальную картину происходивших событий до и во время совершения преступления. И, в принципе же, у них в разных странах по-разному, конечно, с разной степенью эффективности, но в целом же это ведь получается. Воссоздать картину последних недель, двух недель или даже лет с точностью до достаточно хороших показателей. А тут, конечно, им проще, они работают не чисто с текстами, да, как бедным историкам. Но, правда, историки все больше и больше тоже начинают работать сейчас с видео и с аудиоматериалами, их в интернете много, как фейковых, так и вполне подлинных и реальных. Так вот, следователь все-таки воссоздает, им хорошо, у них есть живые люди, с которыми можно вот так вот поговорить, очные ставки организовать, там, перепроверить, что говорит один, что говорит другой. И вот из этих пазлов, из разных точек зрения, а мы понимаем, что у каждого из нас ясно, что своя точка зрения почти на все. Даже если нас объединяет общность религии или общность воспитания в рамках одной семьи, все равно даже у каждого члена семьи, в принципе, своя точка зрения на то или иное событие, даже семейной истории. Кто-то говорит, что это было хорошо, а кто-то, наоборот, говорит, что нет, это событие в нашей семейной истории было плохо, потому что тебе от этого было хорошо. Ну, так бывает, особенно если семьи большие. Ну и в малых тоже. Так вот, очень все меняется. И в рамках этой школы мы как раз постараемся с вами вместе поработать, используя вот эти объективные научные инструменты, которые у исторической науки уже имеются. И в части методологии, и в части презентации. И, собственно, четвертый трек, до которого я специально полз достаточно долго, он у нас в черных тонах. Война, тема войны. И мы понимаем, что, конечно же,
жизнь человека, жизнь общества, жизнь государства, она многоцветна. Это не, даже не ЕГЭ-формат, ЕГА-формат, про который вы здесь никто, наверное, не помните, кроме старшего поколения, и даже не супер-ВГА-формат. А, кстати, кто-нибудь знает, что такое ЕГА-формат? А, робкие руки есть, отлично. Вот, но на самом деле палитра цветов вообще огромная. Когда мы открываем комп, если там, грубо говоря, Power, в этом, в Photoshop что-нибудь хотим порисовать, да, мы открываем палитру цветов и понимаем, что вот цветов бесконечное множество. Хотя биологи и медики нас поправят, там и физики тоже скажут, что есть определенные конкретные несколько цветов спектра, из которых складывается все остальное. Художники тоже нас поправят, скажут, ну, мне достаточно сколько там, 4 цвета, и из этих 4 цветов соберу, в принципе, любой цвет, который мне будет нужен и будет необходимо отразить на холсте. Но в целом жизнь вот многоцветна и разнообразна, хотя в какие-то треки она и укладывается, если хорошо подумать и собрать это, но сложно. А, так вот, и есть, конечно, черные такие цвета, всегда они были в истории человечества. Специалисты по войнам любят, значит, считать и говорить, что за несколько тысячелетий, ну, это лучше вы погуглите или по Яндексите, кому как нравится, найдете там не только фейковые данные про это, но и объективные расчеты. Но человечество всегда воевало. Так получилось, Homo sapiens достаточно агрессивное существо, к которому мы все еще относимся, хотя некоторые из нас все более и более уходят в Homo digitalus. Но посмотрим, что это мы в ближайшие десятилетия увидим. У кого останется только большой палец и грабля держать гаджет, тот, наверное, точно будет ближе к Digitalus, чем к Homo sapiens. Так вот, значит, война всегда была. Буквально за 10-20 тысяч лет человечества мирных лет было там, максимум на 100-200 лет. Но войны войнам рознь. И вот в этом году тоже наша страна отмечала 80-летие начала самой страшной войны в истории нашего народа и нашей страны, которая у нас называется Великая Отечественная война. Она была частью Второй мировой войны, но при этом она хоть и началась в 41 году, 22 июня, а закончилась 9 мая для нашего народа в целом в Берлине, 9 мая 45 года, но потом все-таки еще и была операция Маньчжурия по разгрому японской квантунской группировки. И в итоге все-таки в целом-то мы понимаем, что война закончилась 2 сентября 45 года, Вторая мировая, а Великая Отечественная война была вот составным этим блоком. Так вот, это одна из самых героических, с одной стороны, страниц. Это великое потрясение, великое напряжение всех сил тогда советского народа, в который входили больше 200 национальностей. Но в то же время это очень трагическая история, потому что в ходе той войны только мирного населения было истреблено и убито нацистской Германией и союзниками более 13 миллионов человек. Ну, это очень большая цифра, это практически 7-8% населения нашей страны на тот момент было именно мирного убито, сожжено, либо заморено голодом. Из этих 13,5 миллионов, мы понимаем, что около 3 миллионов это были люди еврейской национальности, но вот больше 10 миллионов это были и русские, и украинцы, и белорусы, и татары, и много-много-много других национальностей, которые, собственно, были с точки зрения идеологии Третьего Рейха, с точки зрения гитлеризма, лишним ненужным населением Восточной Европы, которое подлежало уничтожению и ликвидации, и либо ну, там, предполагалось оставить небольшой процент в качестве рабов и бесплатной рабочей силы, а остальных, собственно, кто сам не умрет, выселять и выдавливать всячески за Урал в азиатскую часть. Это большая трагедия, про которую, как оказалось, в нашей стране, как про
черную такую страницу нашей истории старались не помнить. У нас старались акцент делать на героизме наших солдат, таланте наших полководцев, на подвиге граждан в тылу. Но вот эта трагедия мирного населения в оккупированных зонах, она, ну, как водится у человека. Мы, когда что-то случается неприятное, мы стараемся это забыть. Стараемся, и даже иногда, как говорят психологи, это непроизвольно стирается. Я вижу маяк, но я же знаю, что фильм в 12. Фильма не будет. Будет. Окей. Черный цвет – это трек войны. И войны, все-таки, я надеюсь, мы в этом треке, когда будем работать, мы не будем чисто про то, сколько танков куда ходило и какие бои. Это военная история, слишком хорошо изучена, ее любят генералы. А мы в рамках этого трека постараемся посмотреть шире. И, опять же, не только про Великую Отечественную войну, как вот такой центральный сюжет, а в целом про войны в истории, и в том числе и войны, которые сильно повлияли на те государства и страны, гражданами или подданными которых вы являетесь. Это будет тоже интересный трек. И еще один проректор Гауган завтра высаживается к нам, присоединится в Михайловском театре и будет с нами. Так вот, мне там маякнули, что господин Фомин Нилов too much and enough, иначе выключим микрофон и свет. А, ну, видите, все-таки я же ректор, я могу позлоупотреблять регламентом. Просто право финансовой подписи, когда подписываем за платную ведомость у меня, я могу и не подписать какие-то документы и лишить зарплаты. Но есть еще цвет белый, с эмблемой университета, с надписью «Гауган». Это тоже наши участники нашей школы, но они именно студенты «Гауган». И они больше в нашей школе участвуют не столько даже как слушатели, к сожалению, хотя мы очень хотим, чтобы они тоже учились и узнавали, и с вами подружились, но вынуждены работать практически как рабы на галерах. Но им это зачтется. Они в белых футболках, а они, по сути, люди оргкомитета. Вы к ним всегда можете обращаться. Анастасия Александровна, вот смотрите, вот почему вы хотите выключить мне микрофон? Вот скажите честно. У нас же сейчас будет фильм. Коротко. Значит, смотрите. Кто обиделся, что вас перекинули в другой трек? Ради бога, не обижайтесь. Вы нисколько не потеряете от этого. Мы вынуждены были это делать, чтобы было 50-50-50. Был определенный дисбаланс. Почему-то люди ломились в культуру. И это хорошо. Это говорит о вас хорошо, что вы, значит, про вечное, про прекрасное и про искусство. Наука была менее популярна, и даже здесь мы видим, видимо, мы кого-то записали в науку, и они плюнули и выбросили билет, и не прилетели. Ну, узнаем. Сейчас разберемся, что произошло. А, короче говоря, не расстраивайтесь, это нисколько не умаляет уровень участия и так далее. Помните, что вот это, да, работа в треках проектная, мы вам еще подробно расскажем и вечером, и потом. Значит, в четверг, вот завтра, мы все как бы по трекам, 4 автобуса уйдет в Санкт-Петербург, там будут интересные экскурсии, у каждого немножко разные маршруты, у каждого автобуса будут, но в целом именно в развитие темы. Потом мы все соберемся в Михайловском театре, и это опера уникальная, нужно понимать, она называется «Опричник». «Опричник» — это, то есть, все кроме. «Опричнина» — это история Ивана Грозного, который один из создателей и наследников и византийского всего, что было, и империи Чингисхана. Это такой великий царь в нашей истории, очень сложный, неоднозначный, который, по сути, собрал русское царство, но уже оно при нем же стало не русским. При нем оно стало и татарским, и башкирским, и многие другие народы вошли в это царство. Так вот, и он как раз тогда в рамках восточных традиций усиления своей деспотичной власти создал опричнину, люди, которые подчинялись только ему. Так вот, эта опера вызвала в XIX веке еще огромный общественный резонанс. А сейчас это ее ремейк в новых декорациях с новыми трактовками. При этом режиссер, один из высокопоставленных представителей нашей политической элиты,
руководителя одного из управлений, важных достаточно управлений за общественные проекты в администрации президента Российской Федерации. И это добавляет пикантности завтрашней этой оперы, потому что мы посмотрим, это один из премьерных показов, мы можем смотреть глазами историков и гуманитариев, что это исторический сюжет в исторических декорациях, но режиссером был человек, который имеет реальную политическую власть здесь и сейчас и в какой-то степени является современным представителем той самой опричнины. Ну, подумаем, посмотрим, это будет интересно. Поэтому мы завтра в таком культурном пространстве находимся, экскурсионном, вернемся сюда. А вот послезавтра приготовьтесь, вам придется собраться, я так понимаю, в этом же зале, да, для фронтальных лекций. Вас будут бомбардировать наши профессора как со сцены, так и в Зуме, большим массивом вводной научно-экспертной информации, чтобы у вас появились идеи для вашей проектной работы в группах. А потом уже будем встречаться в треках. Я надеюсь, что я смогу ко всем трекам подходить. Я до 22 сентября буду с вами.